Ребят, ну что, продолжаем. Собственно говоря, ROM 2 Total War. Завоем Англию. Рекомендую всем посмотреть предыдущие серии, кто не смотрел. Единственное, что изменилось, так это я сходил себе заварил чай. Рекомендую всем сходить тоже заварить себе чай и приготовить вкусняшек. У нас тут предстоят интересные вещи. Вот. Так, что я хотел? Фракции. Персонаж. Тихли. Ух. Давай. Такой приятель. Тебе мешать не будем. Что у нас с общественным порядком? Что-то он немного не растет. Есть хорошо. Приганище. Чё за приганище? Пища. Да, с торговлей у нас все вроде как неплохо. Вот с общественным порядком вот эту проблему решать. Ну, тот пацан тут совсем не справится. Так, можно еще давайте налог понизим. Нет, нет, нет. Хотя, что нам его низить? Наемников больше наймем. Так, где он там? Торговля и финансы. Растет наш. Что низь тут, что не низь. Все одно и то же. Ладно. Закупаем тут. Выбирая фракцию, вы также. Что нам даст? Давайте конец хода. Не хочу издавать эдикты. У нас была кровавая баня в предыдущей серии. Так. Забыл поставить время. Сейчас я это быстренько исправлю, пока здесь. Вот, все, пошло время. Ну, чтобы я мог следить за временем, как бы это важно. Так, что вы там предпринимаете? Вот мне бы ваш город сейчас, вот это было вообще чудно. Шотландский. Да? Все отлично. Шпион, давай проверяй. Что у них там? Наш агент выполнил задание. Все идет как по маслу. Угу. Что, давайте прокачаем немного. Что у тебя с армией? Хочешь еще наемников? Хочешь, как хочешь. Давайте нормальных пацанов наймем. Хотя вот себя дожать было бы вообще отлично. Что с общественным порядком? 2.
Вроде как. Что-то. Ну, эти пацаны вроде как понемногу крепчают там. Мы ими тоже займемся потом. Рабов нам не то чтобы много надо. Все, давай, еще раз конец хода. Эти вроде как тоже пока не рыпаются. Будем им там регулярно диверсии проводить. Что-то нехорошее, да? Я понял вас. Нация из 20. I live to serve the people of Britain. Давай-ка еще муж наймешь. Кого нам не хватает? Are you ready to do your duty to the tribe? Давайте офигенных пацанов наймем им. Войну закончить поскорее и все. Да, откармливаем армию нашу. И идем потом войной на тех. Ребят. Поднимем потом общественный порядок. Так, что у нас еще тут можно? Порядок в войсках, осада. Общинное хозяйство, совет друидов, строительство. Все вот это. Что нам? Что у вас армии? 16 из 20. Наших 17. Нет, давай обычным шагом. For the tribe! Is there nothing else? Let them cower before us. Ну, попробую еще раз. Нет. Диверсию в войсках. I'll just put that there. Нашим потом проще будет. Да, общественный порядок пока не растет. Скоро будет критическая отметка. Давай конец хода. Сердешный. Одна конница у них.
Да, если мы сейчас сделаем все грамотно, то это будет успехом. Давайте отступим пока. Ага. Не хотят так. Потому что у них подкрепы еще 900 человек. Но это... Британия. Где у нас провинция Британия? Чё надо? Подожди. А если мы наемников возьмем? Так вот. И после этого мы пойдем к тебе в гости. Давай тогда окопаемся. Не-не-не-не-не. С контрольной точки. Зайдем сюда на территорию и окопаемся поближе. И все у нас будет чики-пуки. Ну, чтобы он там не расслаблялся. Естественно. Знаете, армия там 20 из 20, ну, там засел-то хорошо. Хотя можно было попробовать. Удали чисто всем с одной. Вышли. Так, 18 из 20 нанять наемников. Hail to the mother. How can I... the mother protects travelers. А денег-то у нас и нету. Ясно. Понял. Загрузка. И окопаюсь здесь же. Пускай сам выходит на меня. В битву. Я думаю, сейчас быстренько оно загрузится, потому что только что. Будем здесь под боком сидеть. Все равно ты нам ничего не сделаешь, если мы тут окопаемся. Подожди, какой ускоренный макш? Ладно, давай сюда. Не можешь окопаться, да? Ясно, со следующего хода точно окопаешься. Чё это наше население? Что здесь общественный порядок не очень. Я надеюсь, сейчас мятеж не вспыхнет.
Хотя можно было с этим заключить мирный договор и подождать пока какое-то время. Да, отвоевали тут территорию, но... Им уже реально конец уже. Тебе давай армию набирать. I live to serve the people of Britain. How can I assist you? I am the knife and the dagger. Не будем тратить время. Тоже заключим с ними мирный договор. Пусть с этим повоюют. Так, наверное, и сделаю. Элтон. Погоди. I have little gain in wasting the day on you. What you say had better please my ears. И с денег с них еще стребуем. И 500 не хотят. А 1000 хотите? 500. Так значит, мир? Это хорошо. Войскам нужно отдохнуть. Вы поступили мудро. Еще бы. С этими пацанами вроде как дружим. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Hmm. Вы что, охренели? После соглашения между вами и вашим новым торговым партнером будет проложен торговый путь. Тщательно охраняйте его. Враги могут разорять торговые пути, подрывая вашу экономику. Так. Вы, ребята. Толедонцы. Вроде все пока неплохо. Мы вам помогли уже, ребята. И вы нам. Э? Вообще. Все, я думаю, наши войска можно сюда отводить. Будем гасить восстание. Пацаны, я не думаю, что у нас сейчас пойдут войной. Это вы.
шпион, давай сюда. Сможешь город зайти? Чё ты не можешь? Пока передохнем от войны, соберем финансы. Ну я так и думал. Где эти пидорасы засели? А, вот. Сейчас мы их тут вон подожмем-то, я надеюсь. Решим пока внутренние проблемы, а внешние успеется еще. Я не думаю, что это будет сложно. С вами в войну мы еще продолжим. Давай повоюем. Все знают, что мне пиздец. Но... надо было авторасчет сделать. Попытаемся сами отпор дать. Просто встанем как-нибудь так, чтобы все перекрыть тут. А просто в узком проходе встанем и все. Все равно нас тут очень быстро раздрючат. Вот бы у меня такая армия была, а? Уж рабы там восстали. Рабы это вообще нехорошо. Чё, я их сам создал. Буду знать. Не буду их больше делать. Подумные, блин. Ну чё, ребята, вам недолго осталось. Вот так вот. Battle ready! So we face a great enemy today. Как стану, как начну захватывать город. И фиг я им что предъявлю. А, бегут там уже. Революционеры хреновы. На нашего военачальника напали. Да ладно, серьезно. Че, ребята? Давайте. Даже по коням давайте лучше стрелять. Наши остались без снаряжения.
Наши ряды дрогнули. Да-да. Пейте уже их. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Давайте сделать так, чтобы эти побежали. Ну и вы побежали, да, за компанию, я так понимаю. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Изничтожили тут просто. Прорвали нашу оборону, это было ожидаемо. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Грусть, печаль, да боль. Наши бегут с поля боя. И позор. Чтоб генерал хотя бы живой остался. Приятно. Погиб наш генерал. А, ну чё, на этих решили кидануться ещё. Чё? Прощаетесь? Своей никчемной жизнью? Хитроумные планы развлекают богов. Вы ловко устроили засаду. Пись. Вообще не имеют права на жизнь. Вот тебе прямо в год. Чем? Сильный всегда победит слабого. Такова суть вещей и воля богов.
что, доигрался? Офигевший вообще. Чё с вами? Евлан, так у вас же есть земля. Чё это вы там исчезать решили? Давайте ремонтируйте. Нарушители общественного. Так, у тебя там что-то какие-то ранги, да? Ну, я смотрю, у тебя так застрельщики неплохо воюют, поэтому... Крушить топором. Скорость военных исследований плюс 5. Блин. С вами чуть-чуть. Торгуем нормально все, да? Дикты сдавать в одной из провинций. Чё за бред? Кто? Are you honest warriors who will come to brother's aid? Will you send your spears against these enemies? Без проблем, браток. Much ale will be swilled thanks to your words of agreement. My... Че, пацаны, воюем дальше? Воюем дальше. Давай, повоюем. Yes. Я хочу, блин, наладить общественный порядок.
все, пускай будет общественный порядок у нас. Ready for orders. Что, посмотрим, что у нас выйдет из этого. Ну, не удалось, так не удалось. Все, конец хода. Будем честно порядок везде ставить. Место. О, первые гости нашей программы. Вы кто, пацаны? Мятежная армия, так и думал. Не, подожди. Это. Давайте. Все, идете гулять. Просто уходите. Duty, my warriors. Duty, my warriors. Общественный порядок. Меня интересует только он. Я, наверное, пожалею, что не нанял наемников. Смотрим. Только что восстание было. Подавил. Посмотрим, что будет. Отступили. Видите, сразу в город пошли. Крысы. Давних торговых партнеров связывает не только договор, но и взаимное уважение. Чем дольше существует торговое соглашение, тем большую прибыль приносят торговые пути. Ох. Что ж поделать?
ready for orders. Moon goddess, guide my steps. Journey completed. We take this settlement for the tribe! How can I? Даже не знаю, что качнуть. Что это? Строительство просто. Ясно, понятно. Налоги надо повысить. Вообще. Раз вы любители бастовать, и налоги для вас будут соответствующие. Все. Надеюсь, все довольны. Вообще-то еще считается нормальный налог. И ниже, чем у других. Угу. Ну что, мы сейчас посносили здание. Сейчас отстроим. Этих разгромим батарей. Так, значит, да? Подкреплением у нас. Отступим. Я понял ход ваших мыслей. Ну чё, давай. Разомнёмся на тебе. Так, у них одна конница. Ничего страшного, я думаю. Посмотрим. Так все пройдет. Союзники, бегущие по копью 210. Что за союзники? Это у них? Я понял. Not bad. Так вы, пацаны. We'll kill them all. Конечно, you kill them all. Так. Уж наемники, вам же за это бабки платят. Стоп. Так вот, второй отряд. Не понял. Тоже. Где-то мой генерал. Так. Скраперсы. Давайте так, пацаны. Только опять же, давайте плотничком как-то. И тоже поплотнее давайте, окей. Так. Ну и вы. Эй, дорогие. Нормально. Сникерс. Так. Warriors ready. Warriors grouped. И вот так. Ну, естественно, конники. Grouped and ready. Про вас я не забыл, вы не переживайте. С фронта удалите как надо. Разгоните всю эту шушуру, как полагается.
ним подходят свежие силы. Чё-то не... А, вижу, вижу, вижу. Что-то конницы там двигаются, да? Подожди. Ну-ка, коняти, давайте-ка. Лучников-то их сразу-то разгоните там, ага. Только быстренько, быстренько, скоренько, скоренько. Просто порвите их. Давайте. Можете атаковать их. Минус один отряд лучников, это уже отлично, как по мне. А вот это вот вообще не отлично. Пацаны, давайте, ловите вот этих вот. Вот, как-нибудь... Нет. Генерала подальше. Riders, take their heads now! Так. Вы, пацаны, давайте. Убашьте. Наши ряды дрогнули. Наши бегут с поля боя. С какого хера они бегут? Можно поинтересоваться. А, я понял ход ваших мыслей. Позор. The mother wants blood. Все, давайте сюда, быстро. Так. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Давайте бейте то с гребаного генерала. Начальника напали. Кхм.
Где наш военачальник? Чек. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Стоп. Пятый отряд. По кому лупите? Лупашьте по лучникам. Шестой отряд. Лупашьте по лучникам. Давайте. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Мочите вражеского военачальника. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Бейте их. Зря, наверное, так ворвался. Давайте переиграем эту битву. Пускай конятия лучше лучников вырезают. Это было бы куда более эффективно. Да, мы неплохую оборону устроили, но эти лучники, блин, все испортили. Ну что, мы сейчас конями потопчем, тут все нормально будет. Побольше, конечно, коней бы нанять. Загрузка, автосейв. Сейчас все будет у нас. Обязательно. Обязательно хорошо. Так. Где наши пацаны? Не, подожди. Копаться мы не можем. Чтоб могли бы. Че, подождем немного. Все, что хотели, мы, в принципе, сделали. Сейчас эти пидорасы вроде как, по сути дела, должны ударить. Угу. О чем мы речь? Давайте. Только я сделаю поумнее, я просто всех ваших лучников повырезаю. Посмотрим, что вы потом сделаете мне. Да-да-да. Я в курсе. Так, генерала мы сюда, ясное дело. Наемники. В первых рядах. Плотничком.
Titans! Fearless warriors! Painted ones! Плотничком. Вот так вот даже. Так вот. Тоже давайте плотничком. Вы. Плотничком. Седьмой отряд, собственно говоря. С фланга будете бить. Че, давайте начинать. Ой, они вообще сейчас пускай уходят. Гуляют. К ним подходят свежие силы. Подожди, а лучники налево побежали, что ли? Или они все тупо налево сами побежали? Вот оно чё. Скайп, Гайдерс. Так, кони, давайте сюда. А, я понял. Катаны, стойте. Так, значит, да? Кони назад. Они тупо должны оказаться у них за спиной. В идеале. Я не знаю, этих убать это плохая идея. Хотя можно было попробовать. Не, не будем. Не будем. Суетиться раньше времени. Они ждут нашего хода. Понимаете, в чем суть? Кони вроде как не изматываются. Можно бегать. Тихонько наступают. Кони-то побыстрее будут, да? For them, mother!
стенка на стенку. Конечно же, так отрядов 5 коней был бы вообще супер. Ждем. Что толку уже ждать? И вот тебе коней ваших порубим. Ага. Чтоб конницы у вас не было. Так. Лучники. Сразу по лучникам. Вы для этого созданы. Они разберутся скоро, я думаю. Наши ряды дрогнули. Где такое было видно? Я понял, пацаны. А, не вот так решили удали, значит, да? Чё? Справимся. Нет, вы пока стойте. Все, эти разбежали. Разбежались. Значит, мы еще не закончили, да? Стоп. Че, лучники всех перестреляли, что ли? Не понял. Блин, отлично. Идеально, я бы сказал бы. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Где наш там генераль?
Подожди, шестой отряд. Бей вот этих гондонов. А еще лучше вот этих гондонов бей. Пятый отряд. Давайте тоже сконцентрируем как-то огонь. На Монт-Дженерале. Шестой отряд тоже. Бейте Монт-Дженерале. Конница. Бьет Монт-Дженерале. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Еще пока не позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Стойте, что-то наши ряды как-то немного подобосрались. Как вам как кажется такой вариант? Пятый отряд. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Бегом! На нашего военачальника напали. Нет. Вы сюда. Вы. Тут ли сюда? Где Монт-Дженерале? Монт-Дженерале, давай, бей их. Наши бегут с поля боя. Где вы там? Бегом. Какой позор. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Сейчас мы ихнего генерала. Все, эту шушек разогнали. Хорошо. Теперь конница. Сюда. 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 Наши остались. Вам что, особое приглашение надо? Давайте делитесь, пацаны. Без снаряжения. Scout Riders! Вражеский военачальник убит. Отлично. Блять, без конницы остались. Так, лучники. Сюда.
Шестой отряд лучников. Сюда. Вы, пацаны, вообще герои. Бейте этих гандонов. Давайте. Смотрим, что у нас выйдет. Все складывается в нашу пользу. Атак! Скаут Райдерс! Пешком. Может, вы еще пешком пойдете? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Вот это мы им хорошо поддали. Вот это я одобряю. Нас потери на 700 меньше. Изи. Пацаны вообще прокачались. Голубое у них тут, видите? Да, застречили, хорошо так повоевали у меня. Конница вообще отлично. Все? Еще живой? Ненадолго. Стал там что-то еще свою зубочистку достал. Бить. Ваша фракция банкрот. У вас в казне не осталось денег. Но вы можете кое-что предпринять, чтобы поправить дело. Я могу предпринять. Если это возможно... Заключите новые торговые соглашения, проложите торговые пути, распустите ненужные войска. Тихо. Тут этого пидораса убьем и распустим. Все у нас будет. Подожди. Вот этих пацанов мы всех распускаем. Этих тоже. Фига они мне дались. Слишком дорого обходится. Все, вот так вот. Что касается тебя. По-моему, наш черед ходить, да? Понял. Чё, давай, может, тебя добью уже, чтоб ты не мучился. Надо было, конечно, сохраниться. Ну, не то, чтобы такая уж большая армия. 900 человек под крепость сейчас придет. Будет тяжело. Ну ничего, мы справимся. Я так думаю. Да, у нас отряд более раненый. Какая погода? Ой, ждать, туман. Давайте начнем. Battle group
Противника просто так не отпускаем. Так подожди, так есть у них конников нету? Так, не, подожди. Читай, камеру свернул не очень хорошо. Да-да. Нас одни наемники сбежали просто. Начать батл. My fellow Britons, I have led you in many a campaign. Кто у вас там? К ним подходят свежие силы. Откуда? Где ты это видишь? Я не вижу. Будем сбоку заходить. Так эти сюда побежали. Собачники. Чё конница? Сейчас вся надежда на вас. Не хотят пускать конницу. Нам не страшно. Опять они один отряд куда-то в сторону отсылают. Стоп. Чё это? Чё это за чушня тут едет? Я понял. Ладно, до них ещё. Время не дошло. Британия, protect us! Make them bleed! Наша засада обнаружена! Down! Что они будут делать? What do we say? Cut them! Катувало! Назад будут уходить, да? Не, нафиг отсюда конницу увожу. Все. Не надо мне такие потери сейчас.
обнаружили засаду врага. Мы обнаружили засаду врага. You say. Мы обнаружили засаду врага. Мы обнаружили засаду врага. Мы обнаружили засаду врага. Да, что-то получается у нас так себе. Четвертый отряд. Сюда. Пятый отряд. Сюда. Второй отряд. Сюда. Третий отряд. Тоже как-то сюда. Ну и Монт-Дженераль сюда. Сейчас будем разбираться. Кто почем хоккей с мячом. Мы обнаружили засаду врага. Блядун! Блядун. Что, давайте их потихоньку оттягивать. Не знаю. Пять конниками всех обойдем. Уже бегают за нами, как дикие. Подожди. Я хочу все более тщательно спланировать. Хер подберешься, конечно же, извиняюсь за выражение. Все, конники сюда. А вот лучники сейчас пойдут. Давайте как-нибудь побыстрее, что ли. Давайте их растягивать. По одному. Умаглить просто себя. Riders, forward! Quickly now!
Наши ряды дрогнули. Че это вы дрогнули? Наша засада обнаружена. Advance at speed. Quickly now. Forward. Наши бегут с поля боя. Какой посыл? Так вот, значит, да? Засада обнаружена. Фримен! Спирбан! Ancestors, hear us! Britons! Так, все хорошо. Тех мы выманили, пацанов. Это будет веселый бой. Сюда. И сюда. Бегом. Бегом, марш. Сюда. Так, вот сейчас вот не очень хорошо. Мы обнаружили засаду врага. Назад. Все марш назад. Не знаю, что у нас получится из этого. Давайте бейте лучников. What do we say?
Painted ones! Наши бегут с поля боя! Какой позор! Run! Slingers! Can't you be late? The mother wants blood! Да. Не очень хорошо получилось. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Уничтожен целый отряд! Напали! Давайте, вы же сила! Напали! Уничтожен целый отряд! На нашего военачальника напали! Да, я думаю, последняя битва уже была лишней. Надо было поднакопить сил. Где там наш военачальник? Кай уходит. Отсюда. Уничтожен целый отряд! Потянуло меня, как говорится, на геройство, да? Не очень хорошо получилось. Не очень. У них под клепотом еще 900 человек. Где такое видано? Так-то мало вообще людей было. Чё мог вообще, то и сделал. Конюхов бы, конечно, побольше. Эти пидорасы сбежали. Хлебом не кормили, чтобы сбежать дать. Давай отсюда. И вообще, я чувствую, надо завершать уже серию, наверное. Посмотрим. Посмотрим, как оно сейчас будет у нас. Как пойдут дела. Блин, я так и не сохранился перед этим батлом. Я и знал, сейчас будет сложно все. Ничего, мы окопаемся и пойдем на них. Мы так первый город захватили, мы так второй город захватим. Нам не сложно. Тем более, если у нас военный союз, так пускай подводят свои войска тоже. Да, я думаю, на этом можно завершить серию. Время 4. Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Всего хорошего, удачи вам. И пока.